Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Nissan Juke 2011 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра, HR16DE, пробег 103 279. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара эмульсии нет. Первый цилиндр. Тринадцать с половиной килограмм. Второй цилиндр. 14 килограмм. Третий цилиндр. 13,5 килограмм. Четвертый цилиндр. 13,5 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.